И как мы будем работать? Да мы будем просто приезжать сюда, в салон Best Auto, что на Магнитной 111. Как сюда доехать, вообще очень просто. То есть, если вы едете в сторону комбината, то поворот налево, и вот он, если со стороны комбината показать, переправить поворот направо, вот он. А где же еще вы возьмете место, где вы можете купить нормальные, грамотные машины? Есть, конечно, супер другое место, но оно работает только в воскресенье. А в остальные дни приезжайте сюда. Много говорят, да немного делают. К моим личным воспоминаниям. Ни один автомобиль сюда обратно не возвращался. То есть, когда здесь берут, а иногда и выкупают вашу машину, то ваша машина допрашивается с пристрастием. То есть, проверяется подвеска и двигатель, смотрится кузов, и причем не внутренняя часть. Кстати, и для вас, вы посмотрите, под каждым автомобилем и не увидите протечек. То есть, машина готова, и вы можете ехать. Причем это касается и наших марок. И вот мы говорим о машинах, которые реально здесь ходят. А реально здесь ходят настоящие отечественные автомобили. Нормальные отечественные автомобили. Те, которые не приниженные, не придавленные. Нормальные машинки. То есть вазики, получается. Но за моей спиной стоит еще и газик, который я бы, конечно же, купил бы. Но в правой моей руке супер-мега автомобили. Это Нивы. То есть это последние Нивы. Не те, которые были, хотя те мне больше нравились, но и эти тоже нормально работают. Поэтому, если вы хотите купить недорогой отечественный автомобиль, то ваша дорога в салон Best Auto, что на Магнитной 111. А если вам нужна иномарка? Вообще другая машина? Да потому что и наши все машины по сути ино. То есть и на сегодняшний день слово ино, и это для ВАЗа. И надо понимать, что это совсем другие автомобили с климатом, подушками, автоматами и магнитолами. Все тоже есть, но цена. Кстати, если есть желание купить новинку, и это будет исполнено. Ну вот вам тоже показываем предыдущее поколение автомобилей. Renault Logan, ну Dacia Logan. И цена вопроса 253 тысячи рублей. Чуть-чуть дороже, чем отечественный автомобиль, но это уже иномарка. А потом мы говорим о другом автомобиле. Lada Granta. Она сейчас новая стала, но это тоже ничего. Ну и цена, правда, 305 рублей. Теперь про то, что совсем дорого. Хотя это недорого, и возникает вопрос кредита. По сути, вопрос кредита возникает у всех. И только мелкие перцы покупают авто сразу. Так вот, любые кредиты здесь есть. Но вы должны понять, что покупка машины – это трата денег. Так давайте же тратить меньше. Ну и, естественно, кредит. Потому что без кредитов работы сейчас нету, и продажи тоже нет никакой. Любые автомобили вы здесь покупаете в кредит. Никаких проблем нету. Поднимитесь на второй этаж, посидите буквально 15, может быть, 20-30 минут, и у вас будет кредит. То есть любой автомобиль вы можете здесь купить. А если не хватает, то почему бы и нет? И все это в кредит. Ну и чтобы понять, где тратить меньше. Магнитная 111. И у вас машина не хуже, чем у соседа. Вот только вы заплатите в разы меньше. А вообще надо понять. Хороша покупка новинки, но вот ценники кошмар. Проще купить задешево, а еще проще выиграть машину. Причем розыгрыш будет 26 октября. А где? Да здесь же. И вот он, Пепелац, в аккурат за мною. Ну вот так вот, да, представляете, приезжайте на Магнитную 111, да? И 30 августа от магазина Олми вы можете себе взять нормальный квадроцикл. Представляете? Разыгрывается квадроцикл 30 августа, а 26-го за моей спиной находится вот этот замечательный автомобиль. То есть, чем это не повод приехать сюда, в салон Best Auto, что на Магнитной 111.